Всем привет, друзья, это канал Масалим. В работе у нас Mitsubishi Outlander. Автомобиль приехал к нам сделать шумоизоляцию салона. Салон мы уже разобрали. Краткий обзор, штатная шумоизоляция. Пол в багажнике. Такой вот кусок вибры на задних арках по небольшому квадрату. Это одни из самых шумных мест в автомобиле. Смотрим, что у нас по дверям. Задняя дверь. Такая полоса вибропласта. Передние двери, несколько полосок, пол в салоне, передняя часть небольшая полоска, сзади также небольшая часть вибропласта. Крыша, на крышу более-менее вибры обработаны. Все равно, по мнению автовладельца, этого недостаточно. Приступаем исправлять. Закончили клеить первый слой вибропласта на автомобиле Mitsubishi Outlander. Проклеен у нас пол в багажнике, проклеены задние арки, крыльям. Все тщательно прокатали валиком. Также обработали крышу. И показываем двери. Двери в данной программе клеим в три слоя. Этапно покажу вам все три. Первый слой вибропласт толщина его 2 миллиметра, второй слой также вибропласт, толщина его 2 миллиметра, и третий слой шумоуглотителем проклеили, толщина его 15 миллиметров, и обработали пол в салоне. Смотрим дальше. Закончили клеить шумоизоляцию на автомобиле Mitsubishi Outlander. У нас проклеен пол багажники шумоуглотителем, проклеены задние арки крылья. Также закончили работы по проклейке крыши и проклеили пол в салоне. Приступаем собирать. Закончили собирать салон после полной шумоизоляции автомобиля Mitsubishi Outlander. Весь пластик, все детали стоят на своих местах. Никаких повреждений после разборки и сборки салона мы не оставляем. Все стоит по заводскому. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!